Всем привет! С вами Народный патруль. В этой передаче мы постараемся рассказать о самых актуальных проблемах, с которыми может столкнуться каждый. Но прежде чем мы начнем, напоминаю, что ваше видео вы можете прислать к нам в WhatsApp на номер 8-924-850-26-62. И при съемке держите телефон горизонтально. А теперь поехали! В Магадане бушует снежный циклон, и, к сожалению, не все оказались к нему готовы. На звезде столкнулись сразу 5 машин. По-моему, 5 машин. И перекрыли абсолютно всю дорогу. Не пройти или проехать. Состояние федеральной трассы не лучше городских дорог. На палатке местами проехать можно лишь по одной полосе. Вот такая наша федеральная трасса. Палатка Магадан. Колея всего лишь как тропинка. А тех, кто не решился добраться до работы на личном автомобиле, ждет неприятный сюрприз. Места в автобусах хватает далеко не всем. А это уже кто-то реально уехать не смог. Маршрутка переполнена. Вот так вот народ с утра ждет маршруток. Капец. Чувствую, кто-то не уедет. Маршрутки мимо проезжают. А что, зачем останавливаться? И даже если вы успели запрыгнуть в маршрутку, рано радоваться. Вполне возможно, что не автобус повезет вас на работу, а вы его. Однако некоторых водителей снежные сугробы не пугают. Они отчаянно пробираются через них, кто бы мог подумать, на мотоцикле. Если вы долго думаете, чем же почистить снег, принимайте на вооружение этот вариант. Не уверен, что у каждого под рукой есть вилочный погрузчик, но все же способ интересный. Вот так вот, пацаны, вместо погрузчика можно контейнером чистить снег. В поселке Снежный установили забор. И все бы ничего, если бы это не сделали посередине футбольного поля. Вот, поселок Снежный. Школу огораживали. Дети играли на футбольном поле. Укоротили футбольное поле. И вот где сейчас ворота. Вон. Это как понять? Как вот детям играть? Обещали вообще в этом году построить здесь футбольное поле. Тропа в детский сад. Вот. Все, ничего не чищено. Вот. Пробирайтесь, люди, как хотите. А что в поселке творится, вообще непонятно. О. Никто ничего не чистит. В такую погоду многие проблемы обостряются. Крысы пробираются к мусоркам через сугробы, как будто это их естественная среда обитания. Не очень хорошо видно, конечно, но вот это вот существо, это крыса. Вот это вот во дворе, вот она бегает, тварь такая. Это во дворе дома Ленина на перекрестке автовокзала. Во дворе дома по улице Ленина. Сняли интересное видео о городе, его проблемах и радостях? Присылайте его нам на номер WhatsApp 8-924-850-26-62. И мы покажем его в эфире. Авторам лучших роликов дарим подарки. На этом все. Пока!
Улица, фонарь, аптека, электросвет, второй этаж. На Пролетарской, 19. Мы рады видеть вас. Просторный зал вас встретит блеском. Светильники, прожектора, все больше яркого свечения. От люстр хрустальных, стильных бра. У нас новое поступление люстр французского бренда Silver Light. Приходи в электросвет. На Пролетарской, 19. Сделай свою жизнь ярче.